Ход строительства социального жилья на улице Индустриальной и Профсоюзной сегодня проверил мэр Михаил Гмырин. О ситуации на объектах ему доложил начальник управления строительства и архитектуры Александр Безюков. 21 квартира будет в этой кирпичной трехэтажке. У социального дома на Индустриальной наибольшая степень готовности. Уже завершается устройство кровли, идут работы по внутренней отделке и благоустройству территории. А вот в четырехэтажной новостройке до Профсоюзной уже завершена кирпичная кладка стен половины здания. Квартир 61. Эти дома строятся по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Сантехники работают под стояки, уже отверстия просверлены, разводка по подвалу доделывается. Третий дом в этом квартале строится за счет средств местного бюджета. На объекте выполнен комплекс работ по устройству цокольного этажа. В него также переедут горожане из ветхого жилья. Михаил Гмырин оценил и строительство коммерческого жилья. На Чеснокова возведут 7 трехэтажных домов и 2 секции таунхаусов. Рассматривались вопросы подключения объектов к коммуникациям. Здесь приобрести жилье смогут по сертификатам молодые семьи и педагоги. Часть квартир уже продана.